Йоу, друзья, у микрофона по-прежнему Рамзес. Возвращаемся в КС-ку, продолжаем играть на серии хайповые зомбарики и пишка группы Сера. Все как всегда в описании. Ребят, перед началом видео обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Если это видео до вечера набирает 250 лайков, то сегодня вечером выпускаю еще одну серию для вас. Так что, ребяшки, дерзайте, все зависит от вас. Ну что, приступаем к обзорчику, поиграем немножечко. Ух ты, какие здесь ножи, ребят, карт, ух ты, обновление, значит, было. Томагав, катана, давайте по очереди смотреть. Вот такой томагавк, еще руки вроде бы были. Да, вот такие руки, ребят, но они пропадают почему-то. Ладно, давайте дальше смотреть. Так, а где менюшечка? Может, в кнайф нам нужно будет прописать? Сейчас мы посмотрим, кнайф. Нет, значит, один раз за раунд вроде бы можно взять, я так понимаю. Ладно, окей, будем с этим пока что ножичком бегать. Потом покажу вам остальные. Вот такой у нас пока что нож. Он дает что-то скорость вроде бы или что, я точно не помню. Классы зомби псих, классик, спринтер, айс, разгон, детка, айс, гравитация, толстяк, ловушка на R, буду, айс, крик на R, реверант фары для випов и реверант айс для випов. Для админов, точнее. Так, далее у нас идет меню евро, то есть для боссов вы сможете выдавать, ребят, меню, то есть выдавать привилегии сможете, ой, не привилегии, а паки. Вот по 100 паков, к примеру, вот давайте себя найдем. Опа, и бац, мне добавились паки. То есть бесконечное количество раз кому угодно вы сможете это все выдавать. То есть довольно-таки неплохо, я считаю. Дальше, что у нас, возродиться, купить випку. Вот цены на привилегии, ребятушки, очень дешевые. То есть всем советую, кто хочет играть здесь, обязательно покупайте, кто хочет. Такс. То есть через онлайн-сайт все, ребят. Давайте посмотрим меню VIP детально все. Взять евро, броню жизни, сможете брать виду, выжившего, вот все такое. Вот такая паутинка есть, ребят. Три раза вроде бы за раунд использовать броня. Золотое оружие, смотрите, сколько оружия здесь. Давайте вот калаш золотой возьмем. Посмотрим, сколько он сносит ХП у нас. Такс, ой, найс, на халяву убил. Такс, давайте, 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 стреляем в голову. Ну, урон вроде бы нормальный, ребят, смотрите. Опа, 400. Да, ненормально, он даже очень нормальный, ребят, можно так сказать. Почему не... А, вот, перезарядка. Есть, все отлично. Сейчас мы практически убили его, ладно. Сейчас вот этого зомби мы убьем с вами. Постараемся, между прочим. Ну, нет, у нас патроны заканчиваются и паутинка закончилась. К сожалению, к сожалению, к сожалению, к сожалению. Так, дальше давайте смотреть меню VIP. Тут очень много золотых оружий. Меню админа тут стандартное. Кикнуть, забанить, сменить карту, там все такое. Меню босса, евро, броня жизни, босс оружие, получается джетпак, плазма, грязная снайперка. Давайте джетпак возьмем. Вот такой джетпак прикольный. Так, мне кто-то тогда дал его, а я что-то его, ребятушки, потерял. Давайте мы сейчас, опа, практически убили. Ладно, а в магазине нету джетпака. Магазин, магазин, магазин. А, то, бесконечно патроны есть, я куплю бесконечно патроны себе. И все, нет, отдачу купим, давайте. И вроде бы все. Так, да, все. Давайте дальше. Меню босса. Тут еще есть управление зомби-модом. То есть можем сделать немезидом, выжившим, куча на кучу, зомби-человеком. То есть вот это все по-стандартному. Далее у нас меню спонсора, невидимость можем включать на 20 секунд. Скорость и вроде бы гравитацию. Так, вот так. И создать клан. Че? Создать клан. А, еще разработки. Я понял, ребят, то есть админ мне писал, что создание кланов скоро будет работать. То есть вы сможете создавать свои кланы, у вас перед ником будут кланы написаны. То есть это довольно-таки крутая обнова будет. Так что я вам обязательно ее засниму здесь. Так, давайте дальше. Меню владельца. Покупаю владельца. Сколько он стоит, получается? Владелец 300 рублей. Вы сможете выдавать на этом сервачке любые привилегии. Ну, не любые, а випку, админку, там, паутинку. То есть, это тоже довольно круто. То есть, не на всех серверах такое есть. Вот, давайте подарим випку плюс паутинку, к примеру, вот, Лео. И смотрите, в чатике владелец Рамзес выдал Лео випку плюс паутинку. И все, он сейчас вип. То есть, это тоже довольно-таки круто. Ура, я в ютубе. Парень пишет, так. Давайте дальше смотреть, ребят. Меню звезды. Так, оно почему-то недоступно мне, ладно. И главное управление, то есть там что-то тоже. Но я здесь звезда сера, мне доступно все до звезды сера. То есть вот так, да, меню звезды. То есть вот так, ребятушки. Давайте поиграем, повыживаем. Вот, смотрите, оружие, катана лего, кинжал, хаммер админ, админка за 25 рублей, ствем мечи, хайповый топор, огонь владелец и картель стар. Вот такой вот, очень красивый выглядит, очень красиво. И какое массовое может быть, если я
Зомби сейчас, магазинчик, блин, нельзя возродиться. А если мы через меню попробуем? Меню привилегий, главное управление, так, с меню босса, управление зомби-модом, сделать зомби-человеком я должен успеть. Найс, я успел, отлично. Кстати, мы можем так смотреть ножи с вами, ребят. Вот такой меч дальше идет, сейчас мы сделаем себя человек, ой, зомби, и я вам по-новому покажу. Такс. Давайте, давайте, давайте. Только это очень долго придется, ребят. Но я хочу вам ножи все показать. Управление. Ой-ой-ой, не туда. Как же сложно. М. 7. 3. 5. 1. М7. Блин, боже, ребят. Просто забейте. Солдат, зомби. И сейчас... А, вот так. Найс. Дальше у нас идет, ребятушки, световые мечи. Джедая, получается. Но не обычные световые мечи и хаммер для админа. Ну, короче, здесь все по дефолту, ребят, получается. Хаммер админа вот такой вот будет, вот как у него, у паренька. Давайте я вам покажу. Вот такой, прикольно. То есть, вот, красиво так смотрится. Такс. Ну, мы, пожалуй, ребят, давайте возьмем себе... Такс. Где это? М7, меню босса, управление зомби-модом, сделать зомби-человеком. Опа, и опа, вот такс. И я себе возьму самый последний картель для звезды. Вот я звезда на этом сервачке, и мне доступен вот такой вот крутой, ребят, просто крутой, наикрутейший. Вот такой вот, блин, ну, прикольно. Прикольно, вот такой меч. Так, давайте гранаты мы все выбросим. Гранаты выбрасываем, отлично. Так, джетпак, парень джетпаком был. Ох ты, пушка какая прикольная. Прикольно, о, давайте мы возьмем ее. Сейчас посмотрим, как она стреляет. Нормально ли у нее урон или нет. Просто смотрите, сколько на сервачке випов. То есть здесь просто випка 5 рублей. Так что все покупают, то есть не жалеют. Ну просто реально, ребят, очень дешево. 5 рублей всего лишь випка стоит. Так что я считаю, это недорого. Так, давайте вот этого зомби сейчас убьем. Найс, убил, отлично. То есть онлайн 19 человек, довольно-таки неплохой, ребят, я считаю. Так, у нас еще бесконечные патроны есть, это тоже довольно-таки круто. Так, ну только как нам его убить, я понятия не имею. Давайте, ай, не получилось. Давайте через меню босса возьмем здесь джетпак, плазма, грязная снайперка, арбалет. Давайте посмотрим. Так, он должен по-любому, ребят, много сносить. Так, стреляем. Так. Вот этого зомби 11 тысяч хп. 6, 5, 4, 3, 3, давай... Ай, не успел. Ладно, ребят, будем заканчивать. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если до вечера собираете 300 лайков, будет новая серия. Ну, а я буду прощаться. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.